И, собственно, почему взяли собак? В первую очередь надо понимать, потому что собаки были наиболее изученными животными со времен еще Ивана Петровича Павлова, поэтому их, собственно, отобрали для того, чтобы первыми запустить в космос. Кстати, очень интересно, как их подбирали. Во-первых, они должны были быть дворняжечки, то есть никакие не породистые, потому что это наиболее живучие собаки, которые, так сказать, очень легко адаптируются к разным рода условиям. И они должны быть весом не более 5 килограммов и размером там 35-40 сантиметров. Они просто поднялись вот ту самую, пересекли линию Кармана, которую буквально на днях два американских, значит, миллиардера пытались сделать. Первая собака, которая совершила несколько витков, к сожалению, она погибла. Это собака Лайка. Она рассчитана был полет на 7 суток, но, к сожалению, она отлетала только сутки. И от жары, и почему-то от отсутствия воздуха, ну, что-то там не сработало. Она погибла. Кстати, мы вроде как о большом достижении в космосе об этом сообщали. А на нас набросились, так сказать, защитники животных по всему миру. И говорили, что это жестоко поступать так с животными, отправлять на верную смерть. Но вот мне случалось общаться с специалистами, которые готовили Лайку к полету. В общем, они знали, что она не вернется. Вот. Они плакали, когда ее туда отправляли. Что интересно, значит, Гагарин же полетел после «Белки и Стрелки», ну, буквально там через 3-4 года, вот, и он сам над собой иногда так горько подшучивал. Я, говорю, так до сих пор и не понял, кто я был в космосе, первый человек или последняя собака. Они же не вернулись из космоса.